Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать фуфлика. Только из бумаги. Ну, еще картон понадобится. Вам, конечно же, нужен картон. Несколько таких листочков бумаги, если они у вас есть. Если нет, то просто обрежьте. Маленькие сделайте. Карандашик, чтобы начертить. Ластик. Или карандаш. Двухсторонний скотч. И ножницы для этого всего. И фломастеры. Давайте начнем с самого простого. С фуфлика. Ну, кто как хочет. Я начну с фуфлика. Сейчас я сначала все начертю и вам покажу. И вот так вот как-то должно получиться. Вы можете срисовать и поставить на паузу. Я это сейчас буду раскрашивать и, конечно же, вырезать. Вот я раскрасила. И осталось только вырезать. Вот я вырезала. Сейчас мы будем сгибать по линиям. Вот так вот у меня получилось. Сейчас я буду это все склеивать. Намазываем клей только вот тут вот. Или вот тут. У меня вот здесь сразу погнуто. Вот мы с вами склеили. Кстати, вот тут надо будет подгибнуть, чтобы потом приклеить вот так вот верхушку. Вот так вот. Чтобы было у нас как пакетик. Это же у нас фуфлик. Он же не может будет с дыркой в голове. Ну, я вам сейчас все покажу, конечно же. Вот так вот у вас должно получиться. И сейчас мы будем вырезать ушки и приклеивать их. Вот мы сделали с вами основного фуфлика. Фуфлика. Фуфлик следит за вами. Фуфлик вот так. У нас должен получиться. Сейчас мы будем делать с вами дупло. Берем с вами картон и карандаш. Сейчас мы опять будем чертить. Мы с вами начертили. Теперь мы это вырезаем. У меня будет белое дупло, у вас хоть какое может быть. Вот мы с вами вырезали. Теперь нам его надо сделать кружок. Вот мы с вами скрутили. Кстати, смотрите, чтобы у вас помещался вас фуфик. Теперь склеиваем, чтобы был кружок. То есть вот так. Вот так. И теперь помещаем туда фуфика. Через низ. Если вам вдруг стало грустно и одиноко, купите себе фуфика.